Ни много ни мало, 70 лет исполнилось главному храму книги города Измаильской центральной городской библиотеки имени Ивана Котляревского. 24 октября в читальном зале библиотеки прошло торжественное мероприятие, посвященное этому солидному юбилею. За эти 70 лет библиотека превратилась в информационно-просветительский методический центр, объединила 5 библиотек в централизованную систему для взрослых, стала одним из самых востребованных и посещаемых учреждений культуры города. Здесь особый дух в библиотеке, атмосфера духовности, потому что наши фонды хранят сокровища мысли человека, энергию человека, которая направлена на добро, потому и здесь такая атмосфера. И такую атмосферу поддерживает также наш коллектив, люди, которые на протяжении многих лет, несколько поколений уже, собирают, хранят и распространяют книги. Открыл юбилейное мероприятие образцовый ансамбль скрипачей «Элегия» детской музыкальной школы номер 2. Ведущая праздника, библиотекарь читального зала Валентина Клименко, с помощью слайдов на проекторе провела для гостей мероприятия экскурсию о прошлом и настоящем Котляревке. Так любя называют сотрудники свою библиотеку. Поздравить библиотекарей в этот день пришли официальные лица города, друзья, коллеги, а также все те, кто принимает действенное участие в культурной жизни города. Начальник отдела культуры Измаильского городского совета Сергей Лузанов передал библиотекарям долгожданный подарок – современный многофункциональный фотоаппарат от благотворительного фонда «Придунавье». Также Сергей Лузанов наградил грамотой городского головы директора библиотеки Галину Дойкову и ее сотрудников. Тепло вспоминали на празднике и ветеранов библиотечного труда. Для виновников торжества пел народный вокальный ансамбль «Камертон», что при детской музыкальной школе номер 2. Свою новую книгу и новую песню презентовал киевский бард с измаильскими корнями Сергей Левин, чествовал виновников торжества образцовый детский театр «Солнечный лучик», студенты Измаильского института водного транспорта и другие гости праздника. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».